Одна из актуальных тем, которая волнует каждого брещанина – состояние улиц и дорог. Именно ей по сей день уделяется особое внимание. Сегодня важно не просто залатать недочеты на дорожном покрытии, а полностью заменить тот или иной участок, особенно в отдаленных от центра районах. Так, на улице Героев обороны Брестской крепости приступили к укладке нового тротуара и дорожного полотна. В апреле был выполнен очень большой объем работ по сплошному асфальтированию городских улиц. Мы выполняли работы по улице, работали Свято-Афанасьевской, Октябрьской революции, Жукова. Очень большой объем был работ выполнен по улице Ленина, где на участке от Гоголя до Машерова был полностью заменен асфальтобетон, и от Гоголя до Брестских дивизий была частичная замена бетона в самых разрушенных местах. Также сейчас ведем очень большие работы по улице Героев обороны. Один участок мы уже выполнили, это от улицы Зубачева до северных ворот Брестской крепости. Сейчас ведутся работы от гарнизонного кладбища и до первого западного тупика. Работы много и до идеальных дорог еще далеко, но надо отдать должное специалистам дорожно-эксплуатационного предприятия, которое делает все возможное, ведь система и кропотливая работа в данном направлении ведется практически круглый год. Кроме Героев обороны, будет выполнен также работы на съезде к Патриотическому центру. Тоже там был практически уже никакой асфальтобетон, разрушение 100% было. Сейчас там заканчиваем работы уже по устройству тротуара и начатые работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Сегодня местный ДЭП проделывает большую работу, чтобы брестчане могли передвигаться на своих автомобилях в комфорте. А потому на новом дорожном покрытии на улице Героев обороны Брестской крепости трудится порядка 30 человек. Да и техники немало. Здесь задействовано все. Здесь задействованы и машины, и экскаваторы, и асфальтовый укладчик, фреза, подготовка идет. Техника всякая. Специалисты дорожных служб выполняют этот трудоемкий процесс медленно, но ответственно и, главное, качественно. Это значит, что в скором времени артерии города над Бугом еще больше преобразятся.